Днепр с победой. Нам больше работать. На данный момент команда Днепра, наверное, немножко сильнее. И по объективным причинам. Ну, как бы сезон покажет. Что-то только начало, как бы первые игры, Кубок Украины. Обидно, конечно, что это первый раз в чемпионате истории Украины проводился Суперкубок, и он остался в Днепре. Ну, есть это причины. Мы как бы не сильно не голубь не посыпаем, продолжаем работать, готовиться, нам как бы есть что нарабатывать, есть к чему стремиться, есть что защищать. Во-первых, поздравляю Днепр с тем, что они завоевали первый Суперкубок Украины. Вот, честно сказать, на сегодняшний момент, вот на этот отрезок времени сезона, это абсолютно объективно, Днепр был вот ровно на те 25 очков сильнее в нашем домашнем матче и на 5 очков сегодня. Радует то, что мы сыграли лучше, но покамест есть еще очень много работы. Вот, Днепру удачи в сезоне, удачи в следующем раунде квалификации Еврокубка. Надеюсь, что обе команды смогут достойно выступить в этом квалификационном раунде и представлять Украину групповым этапом. Я в первую очередь, у меня не было такой возможности, я хочу сказать организации Днепр спасибо за то, что они помогли мне вернуться в баскетбол, и президент дал такую возможность, выделил тренера, значит, я тренировался все лето, медицинский персонал помогал мне, когда у меня были какие-то травмы. Тренера команды, это видно, что верят и доверяют мне. Я чувствую, ну, как я всегда чувствовал уверенность в своих силах, но сейчас я начинаю набирать форму, чувствую то, что я буду приносить пользу команде, за что я хочу сказать спасибо. По поводу игры сегодняшней, хорошо то, что мы выиграли, и это важно не только то, что мы взяли трофей, но выиграли сегодня. Да, игра была тяжелая, но у нас уже было много тяжелых игр за прошедшую неделю. Может быть, не надо говорить то, что осталось, там что-то еще где-то чуть не с концентрацией, которая была в первой половине, это, конечно, не очень хороший знак, но мы будем работать над этим. Ну и, как я еще раз хочу сказать, хорошо, что мы выиграли, и надо двигаться дальше, потому что сейчас такая часть сезона, то, что каждая следующая игра становится самой важной, и впереди еще есть за что бороться, поэтому надо сейчас как-то относиться, уже отлаживать эту победу назад и завтра перестраиваться на новую игру и на новый такой этап, тоже две игры будут дома на выезде, поэтому надо уже концентрироваться на следующих соперниках. Ну, хорошая победа, но тяжелая игра, было понятно, что не будет достаточного настроя на эту игру, было видно, что некоторые ребята расслаблены, все это понятно, на все это можно закрыть глаза. Победу добыли на зубах очень хорошо, в концовке здорово. Но, честно говоря, меня пугает то, что нас ожидает. И у нас много игр впереди, у нас каждые 3 дня игра. И опять ложится нагрузка на плечи одних и тех же людей. Мне хочется, чтобы в каждой игре ребята делали какие-то выводы, какой-то анализ по своим личным действиям и шагали и двигались куда-то вперед. Вот, пока некоторые, особенно наши новые ребята, топчутся на месте. Да, это долгий процесс, да, мы на них надеемся, они в команде, потому они хорошие, мы их любим, все в их руках, но нужен какой-то ответный шаг, потому что мы очень-очень тяжело, такой игры у нас не должно быть. Слишком много, все ложится на одного-двух исполнителей, так нельзя. Нужно выходить на каждую игру с отдачей и каждую игру прибавлять, делать какие-то выводы, делать какие-то анализы, что происходит, чему мы учим, что мы хотим, потому что, опять же, мы топчемся на месте, и завтра, как выключатель, никто не включится. То есть это все должно быть в голове, складываться поэтапно. Пока там я у некоторых игроков вижу сплошные дыры и пустоты. Это очень плохо. Это меня тревожит.